Всім привіт, або всім привіт. Ви на каналі Українки, яка зараз знаходиться в Німеччині. В Німеччині я вивчаю німецьку мову і працюю. В Германії я працюю і вивчаю німецький язик. Только що заходила в свій любимий Адлер, смотрела здесь колекцію футболок. Сейчас вот вставлю вам фрагментик, но купила совершенно другие футболки. Те, которые я смотрела сразу, мне не подошли. Я, наверное, перемеряла, не знаю, штук 10 этих футболок, пока не выбрала то, что мне нравится. Пока тут немноголюдно в Эльбе-парке. Ну, я не знаю, ребят, сейчас, в принципе, еще рабочий день. Я-то закончила раньше. Посмотрим. Куда меня еще занесет? Ладно, никуда меня не занесет. Я никуда не собираюсь. Вот, я шучу. Хотела показать футболки. Показываю. Значит, купила, получается, вот такую вот, как она называется, абрикосовая, персиковая. В общем, смотрите. Ну, примерно такого цвета она и вживую, да? Вот такая вот футболочка. Мне здесь подошла длина, подошел фасон. На себе мерять сейчас не буду, вот, потому что пришла с работы, не хочу. Вот такого же типа тоже футболка. Сейчас, девочки, я вот так вот развешу, покажу. Вот такая тоже. Такая же типа, как вот эта вот оранжевая или как... Персиковая, абрикосовая, в общем, тоже такая темно-синяя с надписью, с такой же. Вот. И сейчас еще другую покажу. Она немножко другого типа. Футболочка. Вот такая вот. Вот. Это больше как такой, знаете, как домашний формат. Она очень мягенькая. Прям вот мягенькая. Такая, знаете... Очень приятная к телу, классная футболка. В принципе, ее можно носить и на улицу. Написано «Смайл», улыбка. «You make me smile». Ты заставляешь меня улыбаться. Ну, примерно так. Такие вот футболочки. С продуктов. Извините, себя не показываю. Короче, мне надо выпить чашечку кофе, принять ванную. Простите. Меня просили кое-что приготовить. Значит, выйдет рецепт отдельным видео. Купила вот такие вот крабовые палочки. Кто догадался, тот догадался. Дальше, вот такой вот сыр Филадельфия. Не было обычного. Оригинал, да, по-моему. Вот, я купила такой вот какой-то, наверное, ниже немножко процент жирности. Ну, посмотрим. Так, у себя на работе вот такие вот фруктово-овощные смеси. Здесь у нас морковка в основном, хурма. Кстати говоря, знаете, как будет по-немецки хурма? Кака. И апельсин. Две штучки таких. И вот такой вот тоже смесь. Такая же смесь. Тоже смесь яблока и каких-то там овощей. По-моему, здесь есть петрушка. Какая-то капуста есть. В общем, я не буду читать сейчас, зачитывать. Делать умный вид. Так, майонез купила тоже. Это какой-то новый майонез. Кстати говоря, почему-то не было моего любимого майонеза в Кауфланде за евро 0,9. Купила вот такую вот колбаску куриную. Она мне очень нравится. Так, купила укроп в таком вот пакете. Не было, знаете, таких, ну, когда вот просто веточки продается. Был такой вот вариант в пакетике. И купила, давно уже хочу, просто пищу. Просто хочу фрукт, который называется манго. Он мягкий достаточно, спелый. Да, и цена на него нормальная. Так что вот такие вот покупки на сегодня. Всем доброе утро. Суббота. Я открыла окно.
і почувствовала, що потеплело. Мені так надоело этот холод, просто какой-то капец. Я надеюсь, что у нас будут теплые выходные, что у нас будет солнышко, что у нас будет хорошая погода. Вот такие вот дела, ребята. Долго сегодня не просыпалась. Сейчас где-то, наверное, около 9, может быть, даже начало 10 утра. Надо приготовить завтрак. Ну и не знаю. Сегодня у меня суббота, выходная. Мне никуда не надо бежать, не надо никуда торопиться. У меня 2 дня абсолютно, как это называется, полноценных выходных. Вот так вот. Такая вот красота в Дрездене. Я тут без вас посмела приготовить завтрак. Ну как приготовить? Я ничего не готовила. У меня фасоль в томатном соусе, потом вот таких вот 2 бутерброда с плавленным сыром вместо намазки и такая вот типа колбаска а-ля ветчина. Ребят, не знаю, что у меня вчера творилось в комментариях. Оказывается, под крайним видео они были отключены. Я их не отключала, это не моих рук дело. Мне написала знакомая, что я не могу тебе написать комментарий, у тебя отключены комментарии. Я пришла в эту квартиру, начала заходить в творческую студию, смотреть, разбираться, да, комментарии были отключены. Я ползунок поменяла, передвинула, комментарии стали активны. Не знаю, прочитала, вроде бы как YouTube может что-то отключать в целях безопасности. Может быть, гадости начали писать, я не знаю. Но я этих гадостей не видела. Ну, какая причина? Потому что я сама лично комментарии не отключала. Загружала видео, как обычно. Я, наоборот, хотела выслушать ваше мнение, почитать, что вы по этому поводу думаете. Но как-то вот так вот. Не совсем получилось. Может быть, сегодня кто-то что-то напишет, посмотрим. Вообще, комментарии, это, конечно, знаете как, есть хорошие комментарии, большинство комментариев хороших. А есть комментарии, которые, вот знаете, когда читаешь, так вот, и ты думаешь, ты либо заболел, либо у тебя амнезия, возможно, случилась. Вчера мне одна мадам написала, что я сдала квартиру во Львове, да, и приехала, сижу здесь на пособии, не работая. Ну, я не знаю, ребят, мне, наверное, надо либо обратиться к врачу, чтобы он разобрался, что со мной, да, нет ли у меня амнезии, либо как, либо мне надо обзвонить своих знакомых, спросить, может быть, я кому-то сказала, что я сдала квартиру во Львове, либо как, либо надо срочно что-то делать, потому что надо позвонить квартиросъемщикам, чтобы они мне дали денег. Потому что они мне денег уже давно не платят. Я ничего не получаю за квартиру, которую я сдаю во Львове. Я им серьезно говорю. И когда я иду на работу, может быть, я не иду на работу, может быть, я вообще в каком-то нереальном мире живу, может быть, это все, что я рассказываю, это все не так, да? Может быть, я не работаю. Короче, я не знаю, ребят, честно. Такие комментарии, когда почитаешь, просто, это вот, знаете, как это называется, неизвестные факты из твоей жизни. Факты, которые ты не знаешь сам. Но я понимаю, откуда ветер дует, я понимаю, да. Есть, никто ничего не говорит, есть. Я даже не отрицаю, есть, я знаю такие случаи, есть. Но, ребят, не всех же надо под одну гребенку, не всех надо под... И она мне ответила, я написала, говорю, что серьезно, вы серьезно? Я сдала квартиру во Львове, и я здесь сижу на пособии. Да, ты и твои сородичи. А, ну вот, вот оно к тому. Какое-то обозленное, какое-то ненавидящее нас существо, да, вот пишет такие вещи. Ну, я к этому отношусь так, знаете, вот так. Ну, так
такое. Ну, сначала, конечно, так, такое, потом ты начинаешь отвечать, потом так, ну, такое, ну, блин, ну, это даже не хейтерство, это какое-то такое, знаете, вот, ну, обиженное существо, обиженный человек, ненавидящий, по какой причине, непонятно, каждого желает, значит, обгадить, каждому написать гадость, ну, в общем. А потом еще рассказывают, что а вы такие пересякие, а мы такие хорошие, мы такие сладкие, мы такие классные. Вот мы, да мы, да мы, да мы. А вы вот такие вот все, вот такие вот, 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 не такие. Угу. Почитаешь комментарии и делаешь тоже выводы. Да, как-то так, ребята. Ладно, я буду завтракать в своїй рідній Україні, як завжди я бажаю, якнайскоріше мирного неба, якнайскоріше тихих, спокійних днів і ночей, щоб все у нас нарешті стало добре, щоб все у нас нарешті стало гаразд. Миру вам усім, будь-якій країні, де б ви не жили, здоров'я вам усім, ким би ви не були. Бережи, Боже, кожного, особливо, хто зараз в Україні. І всім пока-пока.